24 мая в зале районной администрации прошел семинар для специалистов по управлению персоналом, приуроченный ко Всероссийскому дню кадровика. Организатором мероприятия выступил районный центр занятости населения. С поздравлением ко всем собравшимся выступила руководитель учреждения Елена Полишенко. Мы вас всех поздравляем, желаем вам успехов, желаем как можно меньше изменений в нашем законодательстве, чтобы вам легче было работать. Семинар провели с целью повышения уровня профессиональных знаний. Специалисты Центра занятости подробно рассказали о правовых аспектах регулирования трудовых отношений. Обязательные условия, которые входят в трудовой договор, это место работы, трудовая функция, дата начала работы. Если трудовой договор у нас заключается на определенный срок, это начало и окончание работы. Специалисты по управлению персоналом обменялись опытом и лучшими практиками, обсудили программы активной политики Центра занятости населения, изменения в трудовом законодательстве в части охраны труда. Кадровикам рассказали о дополнительных мерах поддержки, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Гражданам, которые находятся под риском увольнения, может оказываться психологическая поддержка и социальная адаптация, а также организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в рамках национального проекта программы «Демография». В обучении приняли участие специалисты по кадрам 51 организации Северского района.